В условиях пандемии многие сегодня оказались без работы. Есть те, кто остро нуждается в продуктах питания, но не знает, куда обращаться за помощью. Министерство труда и социального развития республики призывает обращаться в колл-центр при ведомстве и получать гуманитарную помощь на дом. Так, по словам министра труда и социального развития, в период с 25 марта по 15 мая посредством центра удалось помочь более чем 41 тысяч семей. Продуктовые наборы по соответствующим звонкам наш колл-центр предоставляются остро нуждающимся гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, одиноко проживающим, многодетным семьям, инвалидам. Сколько времени нужно с момента подачи заявки в колл-центр, чтобы человек получил помощь? В среднем с момента подачи заявки до получения помощи проходит 1-2 дня, но в каких-то острых ситуациях наборы доставляются в течение дня. Продуктовый набор рассчитан примерно на месяц, соответственно, через месяц можно обратиться, хотя многодетные семьи мы обеспечим сразу несколькими наборами. Обратиться в колл-центр и оставить заявку на получение продуктовых наборов можно по номеру, который вы видите сейчас на своих экранах.